искатели, башня Виталия. Похоже, правда? Вот мы и на борту. Регистрация прошла очень четко, быстро. Мы доехали из Неаполя в Чивитавеккио на автобусе и прямо к борту корабля. Катюшечка, приветствую тебя. Вот это наша каюта с балкончиком. Вот такой балкончик. Можно загорать и любоваться живописными берегами. Наш первый обед. Это очень питательно и вкусно. За окном Средиземное море. Катюша Акуна, русалочка. Привет! In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Но еда в больших количествах. Посмотрите, пожалуйста. Обслуживают люди разных народов. Приятного аппетита! Очень хороший концерт. И после концерта мы выбежали посмотреть на берег, который мы оставляем. В общем, мы очень счастливы. Мы всю жизнь мечтали побывать в таком круизе. Наконец-то это свершилось. Прощай, Италия. До встречи. Майорка. Майорка. Наступил второй день нашего турне. Завтрак на палубе. Что подают? Подают шведский стол. Самое главное – это овощи. Приятного аппетита! И приятного плавания! Защитой самолета. Hey!
А вот и Воронцовский маяк. Ну, почти. Такой маяк на Пальма де Майорка. И корабли у причала встречают нас. И наш белоснежный лайнер Сибью. Здравствуй, Испания. С этой экскурсии хотим домой на корабль. У нас здесь бассейн, у нас здесь обед. Устали ходить гулять, смотреть особенно нечего. Одни богатые дома и яхты. А вот, вот наш родимый кораблик. Наш домик. Тут Шопен с Жорж Санд был счастлив, сочинял прекрасную музыку.